Концерт, присвячений юбілею американського дирижера Леонарда Бернстейна у Бресті, частка великого тура по шерегу країн, включаючи сусідні Литву і Україну. До речі, сам композитор – уродженець города Ровно. Леонард Бернстайн з'являється вельми важным персонажем. Гэта быў вялікі кампазітар, вялікі дырыжор, які ўнёс значны ўклад у музычную адукацыю Злучаных Штатаў. І тыя людзі, якім зараз больш за 30 гадоў, выраслі на яго творах, пастаянна глядзелі па тэлебачанню, чыталі аб ім у газетах. Ён захоўвае адчувальную культурную прысутнасць нават зараз, амаль праз 30 гадоў, як ён нас пакінуў. У концертной программе были выступления американских артистов Курта Олмана, Маккензи Томас и Джона Фергюсона. Трио выдатных бродвейских выканаўцаў из Нью-Йорка представили аудитории памятное ревью хитов Бернстайна сусветно вядомых мюзиклов. Бернстайн не просто знакомитый американский музыкант, он вельми гармоничный музычный деяч. Он не только композитор, але и выканаўца, наставник и дирижер. Не было ни водной музычной галины, якой он не крануся. Бродвейсты уже выступили с программы у Минску. Наступным городом будет Пинск. Татьяна Игнатовец, Юрий Плінда, телерадиокомпания «Брест».